Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, сегодня непростая игра, необычный финал необычного турнира. И необычно для начала я поступлю. Я не буду пятерку финалистов вот сразу, как положено, вызывать сюда на сцену. Пусть они готовятся, у них есть несколько минут. Я скажу следующее. Все 10 команд, которые участвуют в этом турнире, это действительно популярнейшие команды последних 15 лет этого века в нашем клубе. Но сейчас я хочу сказать громадное спасибо той пятерке команд, которая сегодня на сцену не выйдет. Они не проиграли. Просто, ну, в любом состязании, все мы знаем, удача кому-то улыбается чуть пошире, чем другому. Я хочу сказать спасибо за участие в этом турнире, во-первых, команде КВН Одесского государственного университета. Замечательной команде. Многие годы украшавшие наш клуб, соревнования в нашем клубе. Хочу сказать спасибо команде, которая выступала под названием Dream Team. Она состояла из КВНщиков Донецка в основном и Екатеринбурга. Спасибо хочу сказать команде, которая начиналась когда-то как команда курсантов Львовского военного училища, а заканчивала свою КВНовскую карьеру как московская команда. Я говорю о команде «Эскадрон Гусар». Спасибо громадное популярнейшей украинской команде «Запорожье Кривой Рог Транзит». И спасибо команде КВН. Для меня она все равно, прежде всего, КВНовская команда, несмотря на то, что она уже несколько лет существует как театр, команде КВН Днепропетровского государственного университета. Начав говорить спасибо, я всем хочу сказать спасибо. Спасибо должен сказать нашему громадному жюри, которое судило вот небывалое по величине, по количеству своих членов жюри, которое судило вот предыдущие игры турнира 10. Это были и тысячи телезрителей, которые звонили по телефонам, телезрители тысячи, которые голосовали на нашем интернетовском сайте, зрители, которые приходили, вас тоже это ждет, как и вас, уважаемые телезрители, тоже голосовали зрители, приходившие в зал. И, конечно, я должен сказать спасибо самой главной, основной, самой, так сказать, видимой части этого большого жюри. С удовольствием вам нынешний его состав я хочу представить. В нем и постоянные члены жюри, и члены жюри, которых давно, давно мы не видели в составе судейской коллегии КВНовской. И тем, и другим мы очень рады. Итак, жюри необычного финала, необычного турнира. Леонид Якубович. Сергей Шакуров. Анатолий Лысенко. Константин Эрнст. Леонид Ермольник. Антон Камолов. Юрий Гусман. Ну и теперь я должен сказать ту самую сакраментальную фразу, которую за 15 последних лет нынешнего века я говорил не одну сотню раз, но поверьте, сегодня скажу с особым отношением. Итак, мы начинаем КВН.
Ну что ж, конечно, нашим постоянным болельщикам известно, чем больше команд, тем меньше конкурсов. Сегодня у нас их три. Приветствие, разминка и музыкальный конкурс. Естественно, приветствие. И первыми по жребию свое приветствие показывает команда КВН «Махачкалинские бродяги». Во все времена всем хочется праздника. И когда в республике нет денег, население устраивает его с помощью подручного материала. Радиостанции бывшего Советского Союза. Впервые чемпионы КВН из пяти стран собрались на одной сцене. Россия подготовила гостям достойную встречу. Специально для команды Минска мэрия Москвы поставила памятник Петру Первому, который завез в Россию картошку и белорусов. Ура! А для армян и азербайджанцев в Москве заготовлены огромные запасы армян и азербайджанцев. Ура! И, наконец, специально для украинцев мы ничего не приготовили. Почему? А чё они нас москалями называют? А мы начинаем церемонию подведения итогов 20 века, чтобы определить, какое же событие в этом веке было самым главным. И, конечно же, первым на эту сцену выйдет нынешний президент России Борис Николаевич Ельцин. Борис Николаевич, вы где были? Пиво пил. А Гельмут Кольт еще ничего не знает. В компании с Толстяком время летит незаметно. Да, действительно, время летит незаметно. И вот уже город Владимир переименован во Владимир Владимирович. А мы продолжаем подведение итогов. Самая загадочная страна века – Россия. Недавно здесь обнаружено озеро, где водится лохнесская зарплата. Ее никто не видел, но лохи верят. Неправда. Есть человек, который ее все-таки видел. Это Борис Абрамович Березовский. Если вам в руки попали акции УРТ, перепишите их 40 раз и раздайте творческой интеллигенции. И вам будет счастье. А у меня все. Ну, если не все, то большая часть. Ух ты, сколько у вас здесь алюминия. Нет, акция это, конечно, неплохо, но на события века не тянет. А по-моему, главное достижение нашего века – это реклама. Покупайте кавказский чудо-йогурт с кусочками шашлыка, вином, красивыми женщинами и регистрацией! Нет, реклама – это не событие века, надо брать шире. И мы прерываем нашу церемонию в связи с экстренным выпуском новостей. Ассоциация юристов Кемерово доказала, что Тунгусский метеорит – это первая попытка покушения на Амана Тулеева. Как известно, правительство России пообещало нашим олимпийцам по 50 тысяч долларов за каждую золотую медаль. Подсчитано, что за время Олимпийских игр наша сборная сэкономила для страны около 1,5 миллиона долларов.
Стойте! Стойте, дети мои! Вспомните о Всевышнем! Откройте сердце Господу! Вот вы, расскажите Ему о своих сомнениях и терзаниях. Он молчит, ибо слаба вера в Нем. Идите за мной, дети. Я вас отведу к свету, к светлому будущему. Итак, это была команда «Махачкалинские бродяги». Вот! Вот! Он заговорил! Это ли не чудо? Чудо! Теперь вы убедились, что самое главное – это вера! Вера! И все-таки, в какой же стране происходили самые главные события века, а? А что стесняться? Счет пошел на часы, бросим все на весы. Сколько сделал ты дел, сделать что не успел. Свой венец, свой шесток. Все получит свежок. Кто был смел, кто был тверд, кто был глуп, кто был тверд, кто награды искал, кто любил, но страдал. Все, что душу жжет, отрепни, как брат, поскорей. Ближе к концу нашей передачи я напомню, как будет работать наше большое жюри, как будут работать все составные части нашего большого жюри. Но уже сейчас замечу, что так же, как и во всех предыдущих играх турнира 10, окончательного результата мы сегодня не узнаем. Но кое-какие результаты сегодня все-таки будут, поскольку наше уважаемое жюри, определяя каждый для себя тайны от своих, так сказать, товарищей по жюри будущего победителя, кроме всего прочего, совместным решением определят обладателей нескольких КВНовских номинаций. Что это будут за номинации, я не знаю. Это решают сами члены жюри. Главное, что должен сказать, что вот получение награды за номинацию никоим образом, естественно, ни на результат в конкурсе, ни на окончательный результат никак влияния никакого не оказывает. Приветствие продолжает команда КВН Белорусского государственного университета. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! А мы команда БГУ! За нас бросайте свои карточки! Ага, ведь мы стоим тут перед вами, словно огурцы! А чё повледнели? Волнуетесь? А я предлагал, между прочим, перед игрой по 50 грамм. Коля, никакой валерьянки. Никакой валерьянки, ты сказал. Сегодня, тем более, день необычный. Я вот утром просыпаюсь, смотрю, что-то не то. Главное, что-то не то тоже проснулось. Хочу кушать. Встречайте проект дня «Нестареющий Децл». О, Коля, привет! О, Боря, привет! Стоять! Виделись! Децл, а ты все растешь! Вау! Специально для продвинутой молодежи в интернете появился сайт психбольницы. Адрес сайта www. Интернет — это модно. Ага, иди. Да ерунда, Децл. То ли дело старые добрые песни. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. Не любит песню грех.
большие города. А у нас в эфире программа «Моя семья». Добрый вечер, с вами в студии Валерий Комиссаров. Вы смотрите программу «Моя семья». Этим летом я отдыхал в Анталии вместе с... своей семьей. Там я познакомился с Юрием Михайловичем Лужковым. Теперь мы дружим... нашими семьями. А вы смотрели программу «Моя семья». Тоже мне сенсация. Вот в Беларуси наконец-то установлен памятник белорусскому народу. Вау! Не писающий мальчик. А как это? Он терпит. Белорусская народная былина. Рожь и президент. Вышел как-то президент в поле, а там рожь. А он так... Ну не надо, зачем? Ну не надо, ай, ну, ай. Подумал и молвит. Ну ладно, давай, хорошо. Потом еще подумал и говорит. Рожь в ноябре. Где председатель? Где председатель? Друзья, я понял. Наша жизнь как большая дорога, а Беларусь стоит на обочине, и никто ее не подвозит. А знаете почему? Почему? Голосовать не умеем. А у нас на связи председатель Центра избиркома России Александр Вишняков. Александр, здравствуйте. Хорошо, что... Сори. Хорошо, что я... Да что ж такое, ну... Хорошо, что я все-таки поехал в Америку. Иначе бы их выборы прошли вовремя. Особенно порадовала их компьютерная система подсчета голосов. Именно благодаря ей участие в выборах приняли тысячи российских хакеров. Спасибо, Александр, спасибо, бай-бай. Мужики, я понял. Вот смотрите, в КВН есть Лига Старт? Да. А давайте на базе 5 сегодняшних команд организуем Лигу Финиш! Не пойдет! Да пойдет! Не пойдет, Александр Васильевич, на это, ну не пойдет. Ну что, ну конечно. Так что же это получается? Мы сейчас выступим и все? Команда умерла? Да ты что? Команда, которая хоть раз вышла на эту сцену, она не умирает. Она уходит в долину смеха. А там фонтаны, птички поют, небо синее-синее, и столы ломятся от явств. И что? Эта команда обретает там вечный покой? Ты что, с ума сошел? А что? Какой покой? А что? Банкет там у них. Вечный банкет! Над Москвой осенний вечер, кончен бал, погасли свечи, микрофон отключен до утра. 10 лет прошли, как в дымке, как секунды на разминке, и теперь Нам пора. Мы обязательно вместе придем сюда. Шуми-дула, вау, шуми-дула. Нам пионеры в пилотках подарят цветы. Мама! Сердце в почках, в душе КВН всегда. Шуми-дула, вау, шуми-дула. Слезы наши и радости — это все ты. На сцене команда КВН «Парни из Баку». Маме, ты меня любишь? Мужчин, предъявите документики. Ага, да нет.
Народный артист СССР Муслим Магомаев. Наташа, мы ж дома. А что вы делаете? Это же большой театр! Мне вчера сказала. Совершено лицами кавказской национальности. Команда КВН, парни из Баку. А наехали! Приземлился как-то раз в Москве самолет из Баку. Вместо яблок, помидоров, груш были мы на борту. Рождены под созвездием весов, мы в стране хлопка, нефть и цветов. Привезли как подарок друзьям наш горячий салат. Миссия выполнена. Две. Вот лично я вчера был в гостинице «Метрополь». Ага, там все занавески порваны. Бахрам, а я? Это жалюзи. Это еще что? Недавно из Лувра пропали все картины художника Багирова. Вся жандармерия Франции ломает голову над вопросом «как?». Как Багирову удалось пронести в Лувр свои картины? Как? Ага! Зато наконец-то азербайджанские врачи научились делать искусственное дыхание. Рот в рот. А раньше они не умели? Да нет. Раньше они увлекались. Они не ходят в библиотеки, большая кепка и южный акцент. Они пейзаж современной России, ее шестой элемент. Кавказцы бывают разные, черные, 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 но всем одинаково хочется, 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 хочется. Уважаемые азербайджанцы, если вас бьет ОМОН, не расстраивайтесь. А то бьет, значит, любит, а? Послушай, я этот ОМОН совсем не понимаю. Они у меня все время прописку спрашивают. А да я тоже не понимаю, как про это можно спрашивать? Это еще хорошо. Они у меня ее временную спрашивают. История азербайджанских дискотек. Азербайджан 60-е годы. Азербайджан 70-е годы. Азербайджан новое тысячелетие. И, наконец, Азербайджан 2050-й год. Извините, помидоры почем? Никогда не извиняйся. Этим азербайджанцев не зацепишь. Час начнется. Я? Вас? Да вы чё?
понаехали сюда, черные, житят вас нет. А ты сам откуда вы будешь, блондин? Я из Азербайджана. О, что же это Москва с тобой сделала? Брат! Да! А ну отпусти его! Знаю я ваши штучки. Небось, уважаемые тоже обвесили минимум на полкило. Да-да. Да-да. Полкило, чуть-чуть. 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 Чуть-чуть не считается. Весы ошибаются. Так, уважаемые, ну вы свободны. Спасибо. А вы пятеро миллионеров. А ну чуть-чуть подойдите сюда. Кто из вас не зарегистрировался в Москве? Это я. Это он! Это он! Это он! А пока, уважаемые зрители, я напомню вам порядок выхода из зала. Значит, первыми выходят болельщики Минска. За ними следуют болельщики Харькова. Болельщики Еревана, Махачкалы и Баку остаются в зале. Именно такой подарок к празднику решил сделать Александр Васильевич Масляков московской милиции. Спасибо вам, Александр Васильевич! Московской милиции посвящается. Дамы и господа, сегодня в этом зале пройдет парад участников ежедневных Кавказских Олимпийских игр. Открывает парад Олимпийская сборная Черкизовского рынка. Во главе колонны многократный победитель соревнований по обвешиванию в тяжелом весе. Идет Олимпийская сборная Измайловского рынка. Флаг несет олимпийский чемпион по культуризму, мультуризму. Продолжает шествие олимпийская сборная Бауманского рынка. Возглавляет колонну самый начитанный продавец, его кумир Базаров. Впервые в истории Олимпиад идет объединенная сборная рынков Северного и Южного Чертанова. Флаг в руках у Олимпиадова Рафика. Во время последней олимпийской эстафеты он успел продать эстафетную палочку товарищу по команде. И завершает парад олимпийская сборная Дорогомиловского рынка. Во главе колонны Рустам, обладающий феноменальной памятью. Он помнит в лицо все проданные помидоры. Вот. Стоят они перед вами, простые азербайджанские мужчины. Кстати, реальные герои наших выступлений. А гвоздики, которые они сегодня держат в руках, не продаются. Сегодня простые азербайджанские мужчины дарят вам эти цветы. Вы знаете, раньше нам часто говорили, что Россия и Кавказ – братья навек. Век заканчивается. Но неужели вместе с веком закончится и наша дружба? Стоит правильно жить, близких любить, счастье дарить. Строить мир на века, дружба тогда. А кто-то может даже
повторить, но чаще продавать. Не важно, кто и где живет, когда без слов друг друга каждый из нас поймет. И еще одно приветствие, на сей раз приветствие команды КВН Харьковского авиационного института. Десять лет назад к нам на улице подошел человек и предложил попробоваться в шоу-бизнесе. Под видом туристов нас привезли в Москву и отобрали паспорта. Но вместо шоу-бизнеса нас заставили играть в КВН. Несколько раз мы пытались сбежать, но у нас ничего не получилось. Молодежь, не повторяйте наших ошибок, не покупайтесь на легкую жизнь. Отсюда не возвращаются! Кто-то любит карты, кто-то домино. Много разных есть игрушек, но есть игра, еще та, и червонец как с куста. Десять лет не шутка, лучше, чем 15. Я молчу про 20. Скоро значит юмор, это значит флаг. Кто-то из них что-то поднимал, вот так. Я такой был больной, пока не прозвучал знакомый басовой. Снова в этом зале, снова и не только в этом, нет пустого места. Это значит много, это значит очень много. Итак, событие, которого ждали все. Игра века, финал турнира 10. Только в этот день на сцене Московского дворца молодежи белорусы и украинцы с лицами кавказской национальности. А по-моему, турнир 10 не самое главное событие уходящего века. Допустим, тогда давайте определим самое главное событие уходящего тысячелетия. Какие будут варианты? Падение Римской империи. Роды под водой. Отмена крепостного права. Роды под водой. Изобретение электричества. Роды под водой. КВН и роды под водой. Слушай, что ты так прицепился к родам под водой, а? А у меня жена под водой рожала. Да, ну и как ребенок? Не знаю. Уплыл. А я настаиваю на версии про электричество. Согласен, без электричества было бы темно. Все было бы на пару. Паровые машины, паровой телевизор, паровые котлеты. И только бы Украина очень радовалась, что ничего не должна России за свет. Нет, я считаю, что самое главное достижение уходящего века – это новые русские, которые научились все делать чисто и красиво. Интеллигентные люди, по вам же ж акции ОРТ плачу. Кстати, зря интеллигенция отказалась от акции ОРТ. Как говорится,
Один раз не телетраст. Сползает с базара старик Березовский, хитер, как боец карате. Мечтает кому-нибудь впарить Абрамыч контрольный пакет ОРТ. Он список составил, на карту поставил весьма щепетильный момент. Но все отказались, теперь Березовский единственный интеллигент. И чтобы как-то сгладить неловкую паузу, последняя новость. Вы в курсе, что Россия выполнила экономические санкции по отношению к Украине? Угу. Вчера сажусь в свой Запорожец, завожу, нажимаю на газ, а нету газа. Да, нам не дано понять. Нам, хохлам, не дано, увы, понять, как с добром вы своим справляетесь. Но есть приятное обстоятельство. Мы уедем, а вы останетесь. Не считайте, что мы в отчаянии. То взойдет, что уже посеяно. Если Децл читает Пушкина, значит, в жизни не все потеряно. Дамы и господа, мы поздравляем нового президента Соединенных Штатов Америки. В Белом доме нового президента США хотели бы видеть таким. В Гарлеме нового президента США хотели бы видеть таким. Ну а в России нового президента США хотели бы видеть таким. Good evening, ladies and gentlemen. I'll be quick. Shake it up now. And funk so, brother. Thanks. А если серьезно, главное событие уходящего тысячелетия — это событие главное тысячелетия уходящего. Так, музыканты, вы там определитесь, а? Если серьезно, главное событие уходящего тысячелетия у нас с вами впереди. Вау, в смысле? Ну, в смысле, посмотрите, что вы видите? Зал. А в зале кто? Болельщики. Вот. Вот вам, ребята, билеты на КВН. Музыканты, ваши билеты у меня, так что давайте. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в такие глубины ныряли, что не очень-то и всплывешь. Мы с такими девчонками спали, что не очень-то и уснешь. Мы в такой КВН играли, что не очень-то и поймешь. Мы вдвоем заменяем лошадь, вчетвером заменяем плуг. Даже Тайсона мы заварим, если вместе сойдемся вдруг. Каждый третий имеет голос, каждый пятый имеет слух. Мы такие играли роли, нам что Гамлет, что Винни-Пух. Синих кизей не стало меньше, стало больше красных попров. Очень много зеленых женщин, еще больше желтых коров. Мы не пьем и траву не курим, и не нюхаем мы бензин. Просто ярко и интересно, видеть землю свою хотим. Просто ярко и интересно, видеть землю свою хотим. А
Вновь приветствие, еще одно приветствие. На сей раз это команда КВН Ереванского медицинского института. Десять лет. Из года в год выходили они на эту арену. Единственные в мире вольные гладиаторы. Сегодня они вернулись сюда, ибо сказал император: команды на сцену. Дядя Джован, сыграй нашу гладиаторскую. Если бы в Древнем Риме в конце гладиаторского боя зрители бы показывали не большой палец, а средний, гладиатору проигравшему было бы не больно, но очень обидно. Наши мамы не знали, наши папы, что дети непростые, у них в семье растут олигархи, олигархи, олигархи КВН. Да, армяне в своем деле всегда олигархи. Ну, вспомните, Шарль Азнавур, Андрей Агаси, Шер, Ромео и Джульетта. Стоп! Разве Ромео и Джульетта армяне? Конечно! Ара, мы армяне! Без любви умираем! Не можем, ара! Рубик, что с тобой? Что такое? Ребята, а вы не знаете, как галстук завязывать, а? У нас бабочки сегодня, Рубик. Да, а вот вы знаете, вот у моей подруги два образования. Как? Да, вот такое. Вот одно образование вот здесь, вот так. А второе образование вот здесь, вот такое. Рубик, что ты несешь? Ну что ты несешь? Нет, я не буду говорить! Ты мальчик, что хочешь что от нас? Что ты хочешь? Я тоже хочу в армяне. Ты кто? Я Галустян. Слушай, Галустян, для того, чтобы стать армянином А, нужно построить дом. Г. Нужно посадить дерево. И З. Нужно вырастить. Понимаешь, вырастить! Запомнил? Я высоких людей в лицо не запоминаю. Много лет, а? Напал. Пора губи! Нет, ребят, из любого положения есть выход. Камасутра, страница 14. Камасутра — это вчерашний день. Сейчас самоотпад знакомится через интернет. Попробуем. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сайт. Там смуглянки, азиатки затирают голый байт. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг скачать. Был бы мощный сервер, я бы дал вам поиграть. Раскуда! Кстати, навеяло. Ты за кого болеешь? Я за «Динамо» болею.
А ты? Я за Курникова. Ха, значит, тоже за Динамо. Давайте разрежу обстановку. Давай. Посмотрите, как у меня красивый греческий нос. А у меня римский нос. А у меня он папин. Что дальше? А у тебя? А у меня нос! Просто нас! Ладно, успокойся, так, пошутили. Ну что ты? А теперь реклама, спокойно. Реклама. Все. Мы с другом покупали новые туфли, а я купил еще баночку киви. Через год друг вновь купил себе новые туфли, а я еще баночку киви. Хотя, если были бы деньги, я бы себе тоже новые туфли купил. А с кем на боях? Ни с кем. Виагру пить будем и державу поднимем. Нет, Америку опустим. И будет у нас тогда праздник, и будет парад. Внимание, внимание! Начинается праздничный парад, посвященный 83-летию октября-ноября. На правительственную трибуну поднимается генеральный секретарь ООН Чай Липто, простите, Кофи Анан! Ура! По Красной площади навстречу друг другу двигаются шахтеры и зарплата! Надо чаще встречаться! Ура! На Красной площади появляется Чубайс. Вау! Посмотрите, какая у него потрясающая энергетика. Браво, товарищи! Ура! На площади появляются туркмены. Туркмены? Где же ваши турквумены? Ура! На Красной площади появляется Кристина Арбакайте. Ну что, подождем твою маму? Подождем твою маму! Ура! Ура! Парад окончен. Уставшая охрана покидает правительственную трибуну. Нали? Фу! А сюся. На опустевшей площади появляются президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, России и Украины. Это не настоящие президенты, а правда в том, что это реклама Спрайта. Впрочем, как и все остальное. Взрослые люди с Кавказа приехали типа в Москву, оставили дома вино и коньяк, стыдились на эту игру. Собрались люди в зале, армяне кричат «Ае!». Латвы, белорусы, бакинцы, даги танцуют на свой манер. Жюри поднимает баллы, опять на сцену пора. И бурные аплодисменты в шквалы дарит нам эта игра. Забыть ее антиреально, а она не решает проблем. Весьма симпатично и гениально, зовут ее КВН. Затусована, залицована КВН. Ну вот, дорогие друзья, это все, что команды могут предложить всем нам в качестве приветствия. Каждый из членов жюри делает какие-то пометки в собственных блокнотах, и совместно они решают, о какой же, о вручении какой же номинации может идти речь
после того, как они увидели вот первый конкурс, конкурс приветствия. А я воспользуюсь моментом и впервые за сегодняшний вечер все 5 команд приглашаю на сцену. Пожалуйста, ребята. Итак, дорогие друзья, итак, объявляется о вручении первой номинации. Анатолий Григорьевич Лысенко, пожалуйста. Жюри решило определиться и отметить выступление команд в ряде номинаций. Какие вы узнаете по ходу? Вот первое, это за, как она у нас называется, за самую актуальную шутку получает команда Белорусского государственного университета за неписающего мальчика, который терпит. Очень приятно, что команда умеет шутить над собой, и что самое главное, что терпит с юмором. Это не часто бывает. На эту гвардию опытную, которая стоит от меня по правую руку, смотрю на самых опытных болельщиков, которые знают, раз игра такого масштаба, раз в зале стоят микрофоны, то разминка будет сегодня со зрительным залом, что совершенно справедливо. Итак, конкурс «Разминка» команды отвечает на вопросы зрителей. Прошу вас. КВНщики, кем вы были в прошлой жизни? Так. Вопрос издалека. Пожалуйста, повторяйте, есть уже ответы. КВНщики, кем вы были в прошлой жизни? А ну-ка, девушками. Спасибо. КВНщики, кем вы были в прошлой жизни? Как и все, обезьянами, только очень смешными. Спасибо. Так, пожалуйста... Пожалуйста, девушка. Чем отличаются жены КВНщиков от обычных жен? Грустно как-то сказали вы, девушка. Ну, жизненно. Ну, жизненно. Не буду спорить. Повторяйте. Чем отличаются жены КВНщиков от обычных жен? Все делаю за 30 секунд. Еще раз. Чем отличаются жены КВНщиков от обычных жен? Ну, вы понимаете, жены КВНщиков, они находчивые. Они нас везде находят. Спасибо. Дальше что-то... Девушки, пожалуйста, девушка, пожалуйста. На сцене выступают дагестанцы, армяне, азербайджанцы. А где же грузины? А кому предлагаем оставим? Грузинам? Еще раз последняя фраза, вопрос. А где на сцене выступают, да, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, а где же грузины? А почему вы не спрашиваете про молдавьянов? Больше нет? Нет, есть еще вам? Так, пожалуйста, девушка. Чем кавказские корабли отличаются от славянских? Корабли? Чем кавказские корабли отличаются от славянских? Такого я еще не слышал. Сейчас носом. Услышу. Еще раз вопрос. Чем кавказские корабли отличаются от славянских? Славянские корабли не пристают к Арарату. Армянам ответ понравился. Хорошо. А что ж такое? Пожалуйста, девушка. Вот говорят, почему девушки не играют в КВН? Они не играют в КВН, они вопросы задают. Пожалуйста. Почему все-таки в России прожиточный минимум такой маленький? Вот, действительно.
Почему в России прожиточный минимум такой маленький? Вы знаете, мы не знаем, что такое прожиточный минимум. Но что маленький, это очень плохо. Спасибо. Вопрос справа. У меня вопрос к кавказским командам. Отдыхаю. Есть ли милиционеры, которых вы не боитесь? Вопрос к кавказским командам. Есть ли милиционеры, которых вы не боитесь? Конечно, есть. Хор МВД России. А еще есть варианты? Нет, спасибо болельщикам, спасибо, спасибо командам. Разминка закончена. Стоять, уважаемые, потому что сейчас жюри все-таки еще одну номинацию, владельца еще одной номинации должно определить. Прошу, ждем. Итак, внимание! Внимание команды, внимание болельщики. Леонид Ермольник, пожалуйста, Леонид. Сегодня необычный состав жюри, все с чувством юмора, поэтому сейчас было легко реагировать. По совокупности, по скорости, с которой должна проходить разминка, жюри единогласно отдает номинацию «Лучшая шутка на разминке» команде «Парни из Баку». За три... абсолютно точных попаданий за 30 секунд, на кого прилавок оставлю, и за то, что они не боятся хор МВД. Обладателем еще одной номинации стала команда «Парни из Баку». Спасибо. Наш последний конкурс. Последний конкурс нынешней игры, который мы решили сделать музыкальным, и этому, как минимум, есть одна немаловажная причина. Поскольку именно команды, участвующие в сегодняшней игре, но, впрочем, не только они, но и они в том числе, заложили основы самого популярного в настоящее время конкурса. Конкурса, которому даже отдельный фестиваль у нас посвящен в Юрмале, музыкальному. Итак, музыкальный конкурс сейчас мы и будем наблюдать в исполнении всех пяти команд. Итак, музыкальный конкурс начинает команда КВН «Ерми». Итак, добрый вечер, дамы и господа. В эфире у нас «Поле чудес». Про это и в начале этой передачи я бы хотел напомнить наших спонсоров передачи. Это завод логарифмических линеек. Логарифмические линейки у вас дома – это уют и тепло. У нас в доме ваши аплодисменты! Мы начинаем игру. Итак, крутите. У вас сектор приз. Но перед тем, как взять приз, я вам предлагаю все-таки возьмите 100 рублей вместо приза, а? Приз. А если 200 долларов? Приз. Хорошо, я вам даю точно таких три приза и еще 200 долларов. Приз. Приз. Хорошо, приз. У вас здесь копейка? Да. Дайте ее, пожалуйста, мне. Это американский цент. А. Опа. Орел или решка, как говорят у вас? Решка, как говорят у нас. Решка, ваши аплодисменты. Копейка остается у вас. Уходите, не мешайте нам работать. А мы продолжаем нашу игру. Логарифмические линейки. Внимание, с логарифмическими линейками время летит незаметно. Логарифмические линейки. Спасибо. Итак, мы продолжаем нашу игру. Пожалуйста, крутите. Опа. А вам попало? Вот вам и попало. Пожалуйста, букву назовите. Ну тут грех не сказать, буква У. Правильно, есть такая буква. Ваши аплодисменты, есть такая буква. Это буква У. Буква У. Итак, слово у нас, в принципе, простое. Минуточку. Из трех букв. Минутку. А можно слово назвать? Пожалуйста. Вы уверены, что вы здесь назовете это слово? Здесь нет. Переход хода, крутите, пожалуйста. Быстро. Ваша буква?
Ну что думать, если букву открыли? Да скажу сразу, так вот сразу, вот скажу вот так и вот Х. Вы знаете, я хочу вспомнить, где я еще слышал такие бурные аплодисменты. Правильно вы догадались, это буква Х, правильно? Вы абсолютно четко угадали. Я готов все слово сразу сказать. Пожалуйста, все слово. Значит, это слово... Говорите слово. А можно я вам на ухо его скажу? Пожалуйста. Я вынужден остановить игру. Вы дисквалифицируетесь и не допускайтесь на нашу игру в течение 15 лет. Господин, вы можете покинуть этот зал. Спасибо вам за игру. До свидания. А всем я напоминаю, логарифмические линейки ночью уже дешевле. Рождественская распродажа логарифмических линеек с 25 декабря по 28 декабря. Спасибо. А что вы букву не открыли? А что открывать? Без этого ясно. Итак, последняя буква, пожалуйста. Минутку. Давайте наугад. Давайте. Буква М. Буква М. Ваши аплодисменты, правильно? Буква М. Вы угадали четко. Буква М. Простите, пожалуйста, все слово. Буква М. Я эту букву, знаете, еще с детства в букваре видел. Читайте слово. Я читать не умею. Я буквы только знаю. Сколько вы букв знаете? 7. Вот 3 отгадал. Я вам по секрету скажу, это слово «мух», и вы выиграли. Какое слово? «Мух». Что-то я не слышал никогда такого слова. Жульничайте! Мы вернемся в студию ровно через 1 минуту. А теперь рекламная... Что? Заставка. Рекламная что? Информация. Рекламная что? Делегация. Пауза! Рождественская распродажа логарифмических линеек с 25 декабря по 28 декабря. На 20 сантиметров уже больше. А теперь суперприз. Вы можете выбрать чего-нибудь себе. Пожалуйста, выберите там. Здесь, по-моему, только одно наименование. Какое же? Ну, то, из-за чего вы товарища выгнали. Ну, значит, у вас нет другого выбора. Хорошо, я возьму это. А что это? О! Простите, простите, это мое послание Жванецкому, мое письмо, начало письма. Извините, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Дистанционный пульт управления, вот, и блок питания для логарифмических линеек. Логарифмические линейки! 25 декабря по 28 декабря от логарифмические линейки. Я прошу в студию всех работников завода логарифмических линеек. Всех в студию, ребята, спасибо, вы этими руками изготовляются логарифмические линейки, которые вы можете купить практически везде. Хотелось бы еще сказать, что в этот день... Я вынужден остановить игру. Вы знаете, сегодня мы действительно играем в КВН последний раз. За эти 10 лет на этой сцене, да и на многих других, мы сказали практически все, что хотели сказать. От фразы «КВН – это не игра, а образ жизни», которая стала девизом всего клуба, до фразы «Зло – это добро, пришедшее к власти». Но сегодня мы решили показать вам именно этот номер. Это уникальный номер, и он уникален тем, что в нем нет ни одного слова, привязанного к сегодняшнему дню. Этот номер мог бы быть актуальным и 10 лет назад, тогда, когда появилась игра «Поле чудес». Кстати, мы одногодки, так что с юбилеем вас, Леонид Аркадьевич. Именно так мы хотели попрощаться сегодня. И сказать всем вам большое спасибо. Спасибо вам, Александр Васильевич. Спасибо вашей команде за то, что вы сделали для нас. А еще мы хотим попрощаться с 20 веком. Что мы можем сказать? Старик, прости, если что не так.
И здравствуй, 21 век. Ведь этот, наверное, будет век любви. Ой, да время подает до состава нам, и мы грузимся, спешим в 21 век. А 20-е на перроне оставили, посидели, попрощались и простили всех. Пассажиры по пути познакомились, кто копчености достал, а кто сальности. А 20-й у него было много лиц, в том числе кавказской национальности. А в вагоне сладкий чай, к черту горести, и постели на постель к нашей радости. За чаи мы все расплатимся в скорости, за постели мы расплатимся в старости. А 20-й на перроне кончается, и все машет нам платком на сыром ветру. У него нет ничего, даже адреса. До свидания, был и нету, и точка ру. Приближается состав наш к перрончику. Вот что значит расписание четкое. 21-й нас встречает цветочками, и число их, слава богу, нечетное. И число их, слава богу, нечетное. Все, теперь мы зрители. Музыкальный конкурс КВН ХАИ. Клацают от холода зубы, вновь стоят без света дома. Лопнули в районе все трубы, значит, наступила зима. Радуются солнышку люди, а ты сидишь на крыше одна. Ну кто же знал, что паводок будет? Просто наступила весна. Будет нынче год урожайным, все цветет и жито взошло. Нет ни тракторов, ни комбайнов, это значит, лето пришло. А теперь про осень два слова. Зритель нас за правду прости. Осенью нам было б хреново, если б не турнир десяти. Какие трубы и комбайны, какие паводки весной, какие могут быть вопросы между тобой и мной? Какие нафиг там проблемы мучают там или здесь, когда такие КВНы есть? Есть. Они. Есть. Добрый вечер. Они. Ну, все. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня Международный клуб веселых и находчивых прощается со своими ветеранами, со старыми передовиками этой замечательной веселой игры. Команда КВН Харьковского авиационного института. Парни из Баку. Махачкалинские бродяги. Ереванского медицинского института. И Белорусского государственного университета. Хотелось бы как-то не зло пошутить, но приходится просто искать добрые слова.
И сегодня мы решили каждой из этих команд на память подарить песню. Песня, которая уже прозвучала, посвящалась команде «Махачкалинские бродяги». «Махачкалинские бродяги». Однажды к этой команде на улице подошел наряд милиции. У ребят не оказалось с собой документов. Но, к счастью, милиционеры узнали знаменитых КВНщиков и решили отпустить. Но ребята не растерялись и тут же разбили витрину ближайшего магазина. Команда КВН Белорусского государственного университета. Находчивости этих ребят могли позавидовать партизаны, которые в годы войны смазывали рельсы солидолом, после чего вражеские эшелоны останавливались только под Владивостоком. Следующая песня посвящается нашей с белорусами дружбе и общей пионерской юности. И как в старые добрые времена нас пришли поздравить пионер. Ну что, пионер, в борьбе за дело... За дело. Да и нас немного зацепило. Пой, пионер. Пой. Из артекского жаркого ада шли мы жечь пионерский костер. Я увидел вожатую старших отрядов и рванул за ней через забор. Пап не видел я года четыре, по ночам не могу я уснуть. Все лежу, вспоминаю вожатую Лену, что вязала мне галстук на грудь. Стой назад, разнеслось по аллее, от вожатых рванул, что есть сил. Только возле скульптуры Марата Козея из рук падла меня завалил. Я же в лагере был старожилом, пятый год я гарнистом трубил. Как канаты пеньковые рвались ожилы, когда металлолом я грузил. Уважали меня малолетки, я ж в кино занимал первый ряд. И по сбору гербариев высшей отметки добивался всегда наш отряд. Но не простили гарнисту измены, положил я свой галстук на стол. На груди октябренок пожатую Лену прямо звездочкой мне наколол. Парни из Баку. Однажды за кулисами мы встретили парней из Баку. А потом оказалось, что точно так называется команда КВН. Парни из Баку. Вот. Мы тоже долго думали, смеяться после этой шутки или нет. Парням из Баку, нашедшим себя в бизнесе, посвящается. Что бы я ни делал, мама, не идут дела. Зря меня ты, мама, бизнесменом родила. Попадаю я, все время попадаю я. Вот весною в самый нерест занимался я икрой. А икрой не пахнет, весь осетр голубой. Попадаю я, конкретно попадаю я. Я за Гербалайф, у клиенток просто жуть. Бедра остаются, пропадает только грудь. Попадаю я, все время попадаю я. Я привез из Непала тушки краба в форме палок. Попадаю я, попадает он. Вроде бы даже раскрутился, но бухгалтер с кассой скрылся. Попадаю я, попадает он. Взял девчонок, на панели их расставил всех плечом к плечу. Хочу, хочу. Все ушли в декретный отпуск, я попал им профсоюзные плачу. Спасибо. Конечно, последнюю песню мы решили оставить для себя. Нет, конечно, Александр Васильевич, мы могли бы посвятить прощальную песню и вам, но счастливо оставаться. Чуть помятый знакомый пиджак, след помады на белом плече. В личной жизни какой-то бардак, и здоровье в том же ключе. С
звездный час, превратившийся в миг, и болельщик, который узнал, и три буквы, которым привык, и, конечно, смеющийся зал. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Сотни раз, уходя на покой, возвращались мы столько же раз. Лет вы болели за нас, и разминки по 30 секунд, и поездки за 20 морей. Мы играем, а дома нас ждут. Совпадение 10 детей. Это все. Бродяги. Добрый вечер. В эфире юмористически-паразитическая программа «Не того». И сегодня мне будет ее помогать вести Виталий Вульф. Этот логопед отечественной культуры. Будете дразниться, уйду на Дайал ТВ. Добрый вечер. Для начала вспомним время, когда зарождалась наша эстрада. Да, время, когда секса в СССР еще не было. Кстати, ваше время. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, и пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Так дай вам Бог любимой быть другим. В последнее время очень модно петь дуэтами. Ну, Алсу, Иглесиас. А мы предлагаем, на наш взгляд, очень оригинальный дуэт,
Зыкина и Земфира. Эдакий зизитопчик. Издалека долго течет река Волга. Уже который день течет река Волга. Ее никто не ждет. Конца и края нет. И хочешь ты ее тела среди снегов белых. Ей проще не сказать среди хлебов смелых. Ей проще быть немой. Течет река Волга. Когда она придет, а мне 17 лет. Но девушка созрела, 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 созрела. Да. Вот такой вот была и остается наша отечественная эстрада. Как говорится, в России две беды. Все остальное – катастрофа. А я надеюсь, что завтра у нашей музыки будет, впрочем, главное, что оно просто будет. Осень пришла в Москву. Дождь уронил листву без башни на всю страну. Вещает Останкино. Звезды спешат в эфир, чтоб удивить весь мир и притвориться мир, что удивился он. Но дождь на Тверской Ямской, Беляк и на Фрунзенской, чей-то спугнув покой, светится МДМ. Кто-то снял первый клип, кто-то в Госдуму влип. Мы ж 10 лет уже только про КВН. Московская осень, Московская. Музыкальный конкурс. Команда КВН Белорусского государственного университета. После закрытия программы «Угадай мелодию» концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга временно находится в постоянном творческом поиске. Такой у него изъян. Думайте сами, решайте сами, зачем же козе баян. Классная песня, ноты дашь переписать? Мужики, мужики, тихо, тихо, маэстро. Очень хорошо. Сели, 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 сели. Все, 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 ну все, все, все. Репетицию начну с новостей. Нам предложили играть на теплоходе «Минск-Америка». Все едем в Америку! Едем. Не едем. Едем!
Сначала, конечно, хотели предложить виртуозам Москвы, но потом решили, что за 100 баксов они не поедут. Подождите, я не понял. Мы что, все едем за 100 баксов? Да. Ура! Так как мест всего 5, поедет только 12 человек. То есть не все. Когда я составлял список, я учитывал все. Кто как ходил на репетиции, кто как здоровался со мной. Добрый вечер, ребят. Кто копал картошку у меня на даче. Поэтому духовые поедут все, бубны поедут не в полном составе. Извините, а фагот поедет? Фагот поедет, вы нет. Конферансье едет! Почему эта скрипка не едет, а контрабас едет? А 25 бутылок водки вы в скрипке повезете? Сядьте! А пусть баян не едет! Что? Америка и без моего нового саундтрека к фильму «Титаник»? А ну-ка, изобрази! Хорошо, пусть тогда... А пусть тогда не едет Степаныч! Правильно! Он еще, между прочим, Ленина своим этим треугольничком доставал. Что? Степаныч, ну-ка изобрази. И вот этого не услышать Нью-Йорк! Чикаго! Лос-Анджелес! Степаныч, садись, вы едете! Ага, вот это мечта палеонтолога, едет, а я нет! А ну-ка, тихо! Значит так, как сыграем, так поедем, внимание! С 9-й цифры. И... Стоп! Пока не начали репетировать, мы можно вопрос? Давай. Мы же в Америку едем. В Америку. О, а если вот в бронированный лимузин из гранатомета, что будет? Не знаю, а зачем тебе? Просто спросил. Ага. Просто спросил. Ну все. Извините, а кто петь будет? Друзья мои, солистка с нами едет. Несравненная Земфира! Земфирочка, я... Мама дорогая, Земфирушка, а что это с тобой сегодня? Не-не-не-не, сам. Дали горячую воду. Угадали. Помнят-то руки, помнят. Пока не начали репетировать, мы можно еще вопрос? Давай. Вот мотоциклисты в эскорте, они все в бронежилетах или только первый? Я не знаю, зачем тебе? Просто спросил. Понятно. Просто спросил. Ну все. Не согласен я! И вообще тут кое у кого слуха нет! Что? Кое у кого тут нету слуха. А ну-ка повтори, что ты сказал? Слуха нет кое у кого тут. Я говорю громче, я не слышу. Что? Что он сказал? Он говорит, что у тебя нет слуха. Смешной. Ты не едешь. Куда? Все. Ребятки, с 9-й цифры и... Стоп! Пока не начали репетировать, почему-то, можно вопрос? Давай, только быстрее. Не торопи.
Вот вокруг Белого дома полицейские дежурят круглые сутки или только ночью? Да не знаю я, зачем тебе? А, господи, просто спросил. Не-не-не-не, просили узнать. Да ну вас нафиг, да разбирайтесь вы сами, ёртки! Я считаю... Да что мы решаем? Скрипка, контрабас! Пускай лучше, не знаю, вот этот ботаник не едет. Правильно! Меня, между прочим, в консерватории самородком называли. Да выродком тебя называли! Что? Я тебя сейчас как стукну, тебя потом мелом обведут! Ой-ой-ой-ой-ой! Да чтоб ты свою свадьбу в Макдональдсе отмечал, понял? Дудка пенопластовая! Что? Только что позвонили из Министерства культуры. У нас отобрали еще два места. Поэтому в знак протеста едем все! Ура! Через неделю где-то в Атлантическом океане. Господи, хорошо-то как! Море, штиль. По-моему, мы это заслужили. Мужики, мужики, а что это там на горизонте? Мама дорогая. Айсберг! Играйте. Играйте громче, господа. Наше искусство не тонет! У Клинтона дома под звук саксофона зажгутся огни, пока мы одни. А Хиллари с дочкой на кухне готовят минтай. С компотом из душ пришел младший Буш, а гор из-за гор показал нам топор. У них, как в России, избрали Мазрока Матай. Праздник! С праздником вас! Ну и, наконец, еще раз сегодня музыкальный конкурс. Команда КВН «Парни из Баку». В ушкои веки в Баку проводится саммит тысячелетия. Ну? В ушкои веки в Баку приезжают президенты всех стран. Ну? А у вас ничего не готово. Вот что вы сделали для этого саммита? Ну, мы наконец-то выпустили монеты с профилем всех президентов. Хорошо, а какого достоинства? Да никакого достоинства, а только профили. А как вы собирались встречать дорогих гостей? А у нас есть
азербайджанский фольклорный квартет. Квартет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас четверо, да? Да. Такой квартет, скажем, да? Нет, нет, нас четверо. Пойте. Амон, 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 амон. Стоп, 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 стоп. Кто вам пишет такие слова? Объясните мне, вы вообще знаете, где вы находитесь? Да. Где? Баку. Да при чем здесь это? Вы знаете, что такое саммит тысячелетия? Вот вы там знаете, что... О, понятно. Понимаете, к нам съезжаются президенты со всех стран. Нам нужно что-то политическое, что-то актуальное. Политически актуальное. Аман, аман, аман. Аман, аман, аман. Аман, аман, аман. Столица Иордании. Какая Иордания? Политическая. Ребят, вы вообще знаете, что в мире, сколько конфликтных ситуаций вокруг? Конфликтные ситуации вокруг. Что увидел? Яу-яу! Самолет летит, яу-яу! Самолет летит, бомбы на людей бросает, вау-вау-вау! Негодяй! Стоп! Да не он стоп, а вы стоп. Ты лети, мы потом придем. Мужики, вы вообще понимаете, что война это плохо? А что хорошо? Мир хорошо, дружба хорошо. И это еще лю, ну понимаете, да? Лю. Люля чабаб. Любовь. А, секс. Секс. Ай-яй-яй-яй, девчонки. Где взяли такие ножки? А где взяли такие си-си-си? Синие глаза. Синие глаза. Ножки. Любовь. Секс. Появляется... Милиционер. Это у вас милиционер появляется, а у нормальных людей, ребенок появляется. А ребенок не появляется, и ребенок рождается. Неграмотный, да. Так, все, 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 до свидания. До свидания. Уйдите со сцены. Уйдите со сцены. Вон отсюда. Вон отсюда. Чтобы мои глаза вас больше не видели. Чтобы наши глаза тебе больше не видели. Jesus, be our friends, man. Это пароль? Нет, это квартет. А кого вы позвали освещать саммит? Кто будет вести репортажи по телевидению? А у нас есть замечательная женщина. Умная, красивая, а самое главное, откровенная. Ханга, что ли? А какой ханга? Мы что, дурачи, что ли? Регина Дубовицкая. Итак, поприветствуем эту откровенно дубовицкую Регину Ханум. Здравствуйте, мои дорогие. Ура! Сегодня, как всегда, вы будете полтора часа смеяться, глядя на экран. А я буду полтора часа смеяться, глядя с экрана. Это и есть ваш политический обозреватель? Да. Очень хорошая женщина. А главное, добрая. Ура! 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 Иди к квартету, добрая женщина. Ты понимаешь, что мне нужны звезды? Мне нужны всемирные звезды, всемирные. Пожалуйста, 3, 4. Меня зовут Луча на повороте, я всемирно известный тенор. У меня большой репертуар, но больше всего мне нравится эта песня. И хотя я знаю, что ее поют все, кому не лень, что она вам очень сильно надоело.
Я все равно решил спеть ее для вас сегодня. А меня зовут Плачета Доминго, я тоже всемирно известный тенор. Ты где был? Пиво пил. Олимпиада? Нет. Чемпионат мира? Нет. Что за мероприятие? Саммит тысячелетия в Баку. Где? Не знаю. Тебе принципиально? Абсолютно. Денюжки-то сыпятся. Естественно. Будь добр. Да. Отпусти руку. Извини. А где гитары? Так было лучше. Песня та же. Мелодию помнишь? Шутишь? Шучу. Смешно. Ой. Меня зовут Плачета Доминго, я тоже всемирно известный тенор. Раньше мне нравилась эта песня, но потом я узнал, что она всем сильно надоела. А раз эта песня всем сильно надоела, то она мне тоже перестала нравиться. Но все равно я решил ее спеть для вас сегодня. Хосе, а имидж? Нас снимают? Хосе, поехали. Меня зовут Хосе Карерас, я всемирно известный тенор. Бунт на корабле? Я не буду петь эту песню. Хосе? Я не хочу ее петь. Хосе, ради нашей дружбы. Ради чего? Ради денег. Меня зовут Хосе Карерас, я тоже всемирно известный тенор. И эта песня мне надоела еще раньше, чем она вам надоела. Но мои друзья решили ее спеть, а мне не хотелось из-за этой песни с ними ссориться. Благородно. А меня зовут Николай Басков, у меня тоже голос, я тоже хочу петь. Это я спел? Вряд ли. Что-то фонит. Что-то хрипит. Скрипки в сегодняшнем оркестре абсолютно... Опаньки! Господи ты, боже мой! Лучано, это ваши новые друзья? Побойтесь Бога! Как тебя зовут, мальчик? Я Басков. Просто Басков. Ну? Я мог бы вам помочь. Мой голос — это сила, мощь, а? Сила, мощь. Нам хватит голосов. И не учи отцов, как ты, Баско. А хочешь помогать, на заднем плане можешь танцевать. Да. Нет, просто стой, молчи. А лучше полотенце принеси. А имидж? 1-1. Научили на свою голову. Мы спели.
спросите не втроем, а вчетвером. Контрольный. Нет лучше голосов на всей земле, чем Николай Басков. Там чьи-то трусы. Убрать немедленно. Сейчас здесь состоится первая встреча саммита. Пошли. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Гидролич. Нас снимают. Это была историческая встреча. Наконец-то встретились Алекс и Юстас. Один из них работал в Германии, другой в центре. Они будут говорить ровно одну минуту. Эта привычка выработана у них годами. Ну... Владимир Владимирович, вы хорошо выглядите, я вам скажу. И вы, Гидро Ильич, молодцом. В этих двух емких фразах президенты обсудили следующие вопросы. Стоимость орбитальной станции «Мир» на черном рынке в Баку. Стоимость черной икры на орбитальной станции «Мир». Возможность перевода на азербайджанский язык всего творческого наследия худшего из сыновей Ильи Ульянова. Почему бы и нет? И по традиции исполнили два куплета из песни «Мгновение». Мгновение, Владимир Владимирович. Мгновение, Гидро Ильич. Они не просто пожали друг другу руки при прощании. Именно так, старым проверенным способом, Алекс и Юстас обменялись очередными шифровками. Дамы и господа, наступает торжественный момент закрытия саммита тысячелетия в Баку. По традиции приглашаем для общей фотографии всех президентов. Повторяю, всех президентов. Ну что, Бахрам? Все президенты разъехались. Нет, Тима, не все президенты. Один президент остался, и мне есть что ему сказать. Уважаемые дамы и господа, впервые в клубе веселых и находчивых исповедь КВНщика, уходящего со сцены. Ты научил меня многому. Ты научил меня КВНу. Но, к моему большому сожалению, я ветеран, и сегодня я должен уйти.
У моих ровесников все впереди, а у меня получается, что все в прошлом. Ты посмотри на Гусмана, Якубовича, на других бывших КВНщиков, хотя бывших КВНщиков не бывает. Неужели мне, так же, как им, мои последующие успехи в жизни будут казаться такими мелкими по сравнению с КВНовскими? Значит, тогда правы те, кто говорят, что КВН испортил целое поколение. Но видит Бог, Алла, Сяна Гурбанова, видит Бог, видит Бог, что мы хотим, чтобы наши дети и внуки были такими же испорченными. А пока отпусти нас, отпусти. Бахрам, игра окончена, пора домой. Это было последнее сегодняшнее выступление, но наш праздник сегодняшний еще не заканчивается. И я с большим удовольствием хочу пригласить все команды, которые участвовали в этом празднике КВНовском, на сцену. Пожалуйста, ребята. Уважаемые члены жюри, я вышел сейчас к вам для того, чтобы забрать у вас конверты, в которые каждый из вас напишет имя предполагаемого победителя. И подпись там есть ваша, да? Дорогие друзья! Конверты, в которых каждый из семи членов жюри написал имя победителя, некоторое время будут пребывать со мной. Напомню, результата мы не узнаем. А сейчас Леонид Якубович. Пожалуйста, Леонид, тебе слово. Жюри единогласно
решила присудить этот диплом за самую неожиданную шутку команде Махачкалинского, Махачкалы, за Тунгусский метеорит и Амана Тулеева. Это, ребята, нас скосило. Еще есть что дать, да? Сергей Шакуров, пожалуйста. Да, я хоть и не Тихон Кренников, но тем не менее за лучшую финальную песню Ереванскому университету. Так, Антон Камолов, еще есть номинация, пожалуйста. Антон. За лучший музыкальный номер жюри тоже практически единогласно решили вручить Харьковскому авиационному институту за необычную трактовку мелодии с профессионала и сигнализациями. Спасибо. Я понял, что номинации кончились. Если кто-то из членов жюри еще не говорил, пожалуйста, потому что мне тоже хочется сказать два слова, но только после того, как скажет жюри. Кто? Константин Эрнст, пожалуйста, Кость. Я хотел сказать, что чуть больше года назад в одной не очень близкой стране играли две немолодежные команды КВН. И после игры я подошел к Александру Васильевичу и сказал: Александр Васильевич, может, что того придумать? Он сказал: да, мне не кажется это интересным. Месяца через три он сказал: знаешь, у меня есть концепция нового сезона. Васильевич, спасибо. Все, кажется, с новой концепцией удалось. Ребят, вам огромное спасибо. По тому, как вы работали, и по финальным песням, по-моему, можно еще оставаться. Да, кто еще хочет сказать? Юрий Густман, пожалуйста. Вы знаете, мы не можем подводить итоги, потому что итоги будут подведены после всенародного голосования, мы узнаем на финале. Но мне кажется, сегодня произошло чудо. И это чудо, мне кажется, объясняет, что такое КВН лучше всех и лучше всего на Земле. Поверьте мне, я это видел в первый раз сегодня. Бахрам плакал на самом деле. Не потому, что он никогда не плачет, а потому, что я думаю, когда много говорят, что такое КВН, вы знаете, если даже в ходе отрепетированного номера, в ходе песни подготовлены там и шутки, человек на сцене может так себя чувствовать, то действительно, поверьте, КВН чего-то стоит. Если даже, прощаясь с ним надолго, плачут его звезды. А красавцы, не только Бахрам, а мы все. И спасибо вам за прекрасный вечер. Да здравствуй, КВН! Леонид Ермольник. Мне сегодня очень остро как-то почувствовалось и показалось, что вы когда здорово, а очень часто вы здорово что-то делаете на этой сцене, вы вмешиваетесь в другие профессии, в другие жанры. Вы что-то делаете лучше всех. Поэтому КВН сегодня это больше, чем КВН. Телевидение наше зачастую бывает настолько безликим и настолько похожим, а вы исключение. Вы на самом деле помогаете и зрителю, и тем, кто сидит в жюри, и тем, кто сидит в зале, не терять нюх, не терять вкус, оставаться людьми с чувством юмора и с чувством ответственного отношения к себе. Спасибо вам, низкий поклон. Спасибо. И вы знаете, дорогие друзья, я так из рук конверты с жюри не выпускаю, но сейчас мне позволите все-таки сказать в завершении тоже несколько слов. Вы знаете, всегда бывает немножко грустно, когда закрывается какой-то обычный сезон, хотя прекрасно знаешь, что через месяц начнется новый. На сей раз, увы, я точно знаю, что следующий турнир, подобный тому, который завершается сегодня, скажем так, начнется еще очень нескоро. Но я, слава богу, знаю и другое. Я знаю, что у КВНщиков, которые выйдут на эту сцену завтра, послезавтра, в ближайшее время, я буду замечать знакомые приемы, которые впервые, может быть, увидел вот у этих ребят, которые сегодня, сейчас стоят на этой сцене. Мы расстанемся сегодня, но я полагаю, что имена кого-то я увижу в титрах телепередач, может быть, в титрах кинофильмов, прочту на афишах, на обложках книг. Со многими, точнее, с большинством жизнь нас разведет, и мы больше
никогда не увидимся. Но я знаю, наконец, одно. Что все они, так или иначе, рано или поздно, все равно будут возвращаться сюда. Будут возвращаться в свою потрясающую юность. В самый лучший в мире клуб. Ну, а значит, мы с вами имеем возможность встретиться снова в нашем зале. Я прощаюсь с телезрителями до 21 века, а вам персонально говорю всем спасибо. Спасибо. За кого не достану, спасибо. 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 Снова будем ждать мы. Будем ждать мы с нетерпением встречи. Это значит юмор. Значит юмор не опустит флаг. Это значит будем. Значит, будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова, где мы снова повторим. Итак, мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам все проблемы, не решит всех проблем. Станет радостнее всем, веселей станет всем. Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам всех проблем, не решит всех проблем. А станет радостнее всем, веселей станет всем.